Здорово, игромандяки! С вами Фредди, и мы продолжаем прохождение Castlevania Lord of the Shadow. Так. Агарта. Агарта was once one of the greatest in the world, but it didn't take long to fall under the onslaught of the Dark Lord. The lichens were innumerable, and the city was razed to the ground. The necromantic wars, as they were known, destroyed the advanced technologies that the Agartians had closely guarded. Eventually the Titans fell, and then the people were massacred one by one. В общем, вот такие вот страсти. Опять он. А, нет. Вот это да. Вот это тварь так тварь. Wait. Пошли, детка, чё стоишь? Так. Где-то тут должен быть узел. Так. Как то проникнуть-то, господи? Да, она-то, блин, показала нам в другую сторону. Но не все так просто. Так, новый свиток. Господи, умоляю, помоги мне выбраться из этого ужасного города. Я был твоим преданным слугой, добрым, честным и порядочным. Я видел существ, что ездят верхом на варгах, которые казались практически ручными. Как такое возможно? Прошу, Боже, покажи мне, как это делается, чтобы я смог продолжить свои странствия для воссоединения этого мира с Твоим Царством Небесным. Аминь. Такие вот страсти. Началась какая-то зловещая музыка. Так, волки поганые. Нечего тут. Ну, блин, посторонись. Офигели совсем. Так. И куда нам дальше? Отлично. Новый свиток. Это город-лабиринт, но я пришел к выводу, что запасшись терпением и делая обдуманный выбор, вполне можно из него выбраться. Я обыскивал каждый уголок, каждую трещинку и находил предметы, кристаллы, которые мне без сомнения потом пригодятся. Еще мне удалось запастись серебряными кинжалами, которые особенно эффективны против оборотней. Супер!
А вот у нас-то непонятно, что с серебряными кинжалами. Вроде есть. Да, вот насчет города Лабиринт он был прав. Какой-то мракобесие. Куда чего непонятно. Так, слышу. Ага, у нас серебряный, отлично. С одного попадания. Опять я должен быть сильнее. Да что ж такое-то? Слабый я какой-то. Опаньки! Вот этот поворот. Ладно. Дубль 2. Ну понятно, что я не могу. Ага, понятно. Может быть... Мне нужна какая-то тварь. Божья. А где же ее взять-то? И еще один свиток. А, нет. Кристалл теней. Так, Бабуиныч. Только нету. Я смотрю. Так. Где же мне найти-то того, кто поможет мне сдвинуть? Так, вот у этого бедняги я уже был. Это мы вернулись к началу, да? Фу-фу-фу-фу-фу. Город Лабиринт. Едить твою. Налево. Отлично, что-то новое. Угу. Вы не можете сдвинуть ее самостоятельно. О, вот и он. Так. Спокуха. Хпшили щутку. Спокойно. Оу. Вот, блин, прям в лоб. Твою. Да иди сюда ты. Куда ж ты постоянно за экран-то уходишь, дорогой? Ну? Давай. Фас. Ды. Ну отлично, это мы уже знаем. Так, дважды быстро кликните левый стик, чтобы бежать к мосту, и нажмите А.
О, супер! Мне нравится. Щенки! Ну что, желающие еще есть? Нет? Отлично. Супер. Душу нашего друга. Он нам больше не понадобится. Я надеюсь на это. О, нет. Так, Бабуиныч, твои налево. Воу. Соберем. Это нам еще нужно. Держись. Да ты оборзел, что ли? Отлично. Сейчас мы тебя чутка-то оседлаем. Очень могучие существа, тролли. Я заметил. Так, стопы. Не собрали одну штучку. Забавно. Так, что тут у нас? Пройти никуда нельзя? Ну давайте, щенки. По одному, пока я на тролле. Неуправляемый гад. Вот так вот. Вот так вот, нормально. Супер. Это мое любимое ездовое животное теперь. Блин, мы там мужика пропустили, конечно. С возможной важной записочкой. Но убивать нашего тролля, наверное, не будем пока. А хотя придется убить. Ладно, вернемся. Возможно, нам мужик что-нибудь интересное расскажет. Пока, тролль. Ты нам хорошо помог и послужил. Так. Вот он. Отлично. Нашли свиток. Большая часть проходов завалена, но я обнаружил, что пещерные тролли эффективно проламывают любые ворота и препятствия. Если тролля оглушить мощным ударом, то его можно приручить и использовать в собственных целях. Интересно, можно ли приручить других существ? Можно. Почему нет? У нас уже есть большой опыт в этом деле. И пауки,
И свиньи. Ну, на этом, пожалуй, пока все. Так. Да, городишко такой не слабенький они тут отгрохали-то. Можно потеряться. Опа, а вот и он. Вот, тихо, тихо, тихо. Куда ж ты постоянно-то из-под камеры-то уходишь, а? Спокойно. Мы реально разозлились. Тихо. Я говорю, спокуха. Так, еще желающие есть? Да, наверное, из всех животных тролли самое прикольное. Ну, собачки тоже ничего. Ага. О, вот так вот. Он еще и по стенам лазить умеет. Здравствуйте, прекрасная девушка. Фу, опять она улетит. Ну что, все, придется пса отпускать. Ну как отпускать? Зашибись. Так, ладоленьки. Чё дальше? Так, все, уровень завершен. Ну все, с вами был Фредди. Тогда до следующей части. Всем пока.